Чувашия суд вынес приговор 17-летнему подростку из Урмарского района. В конце лета он по неопытности устроил серьезное ДТП, в котором пострадала его пассажирка, односельчанка. Авария произошла 28 августа около 4 утра возле села Русский Нарваши Янтиковского района. Несовершеннолетний водитель, конечно, без прав, не справился с управлением и на высокой скорости врезался в отбойник. «Ладу Приору», принадлежавшую матери подростка, от удара разорвала на две части. Стрелка спидометра застыла на отметке 180 км в час. 20-летней односельчанке осужденного, находившейся на переднем пассажирском сиденье, причинены различные телесные повреждения. Житель Урмарского района признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ему назначено наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы. По результатам расследования внесены представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. В образовательное учреждение, где обучается обвиняемый, в сельское поселение, где он проживает, а также в органы внутренних дел.